Вот и ты! И как раз вовремя! Я победила разбойников и добыла древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой! Ну, план есть? Итак, я должен свести счеты с циклопом, как и ты, моя непримиримая подруга. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно! Но, клянусь, я покончу с этим! Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Это глупость, а не война. Ты умеешь обидеть Кассандра? Это не так сложно, поверь. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно, мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет, нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Надеюсь, он и впрямь ценный. Ты видела, сколько дают за обсидиан на Кефалинии? Нет, не видела. То-то же! А это не просто обсидиан, он с золотыми прожилками! Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз для особых случаев. То есть выручку мы отдадим ему? Она покроет часть долга. Виноградник дорого стоил. Я не знаю, где живет циклоп. Ступай в западную часть острова. Его логово там. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Кассандра. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Ты легко справишься. Залезь в дом циклопа и укради его глаз. Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Я вижу.
Надеюсь, нужно укрыться. Если не шуметь, можно затаиться в кустах. Глаз так тщательно охраняют, а лучше не выдавать себя. Нужно укрыться. Если не шуметь, можно затаиться в кустах. Лака, глаз так тщательно охраняют. Лучше не выдавать себя. Ah!
О, Зевс, циклоп настроен серьезно. Thank you.
нужно! Эй, осторожно! Ты знаешь, сколько там было охраны? Поверь, если я это слышал, все слышали. Я ведь просил не шуметь. А все проклятый камень. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да, а вернуть долг циклопу нет. О, не грусти, вспомни, как было весело. Да? Кому как. Мне не нужны неприятности, Маркос. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи, Маркос. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёс. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда. Мне нечего терять. Брось! Тебя никто не одолеет. Говори, где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери все, и мы богаты! Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмы для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри. Маркус? Как всегда. Не отдал деньги и дал новое поручение. Почему он тобой командует? Я в долгу перед ним. Много лет. А, взяла у него деньги? Не совсем. Мало кто решится приютить беглую воровку. Совсем ребенка. А, я ребенок, и у меня все не так уж плохо. Что ты хотела? Знаешь Каусус? Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь. Лихорадка. Моя подруга тоже заразилась. Говорят, им могут помочь только боги. Говорила же, я не богиня. Но Икар... Лишь птица. Все равно ты можешь помочь. Ладно, разберусь с этим. Почему ты еще здесь? Покажи чужакам, кто царица Кефалии. А разве не ты? Ха!
О, боги! Что здесь произошло? Уведите его! Убийца! Убийца! Если богам нет дела, мы должны победить болезнь сами. Выбора нет. Спасите! Он нас не отпустит. В чем дело? Гаусас поразила чума. Умершим не было счета. Болезнь брала верх, и нам пришлось вмешаться. Наша родня и соседи все мертвы. Нам удалось выжить, но сейчас он убьет и нас. Боги покинули нас. Больные должны умереть, или нас всех ждет гибель. Неужели лекарства нет? Все бесполезно. Молитвы, жертвы. Лекари нас боятся. Солдаты не отпускают. Боги не слышат наших молитв. Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли. Нам пришлось действовать. Выжечь болезнь, поразившую Каусас. Но я даже не слышала о чуме. Им уже не помочь. Нет. Не вмешивайся, или я буду вынужден защищать волю богов. Защити нас. Сжалься. Мы почти не больны. Поправимся. Этого не будет. Только так мы сможем защитить всю Кефалинию от верной погибели. Прошу. У нас дети. Как же они? Лучше иди своей дорогой, Мисте. Отпусти их. Что? Ты не бог. Этот жрец из царства мертвых, посланник богов. Ах, боги послали тебя. Нам пора. Нам нужна помощь лекаря, но идти сможем. Но сперва вот, возьми деньги. Знаю, этого мало, но больше у нас нет. Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланница богов, Кассандра. Доброго пути. Удачи! Прощай! Thank you.
Почему ты еще здесь? Покажи чужакам, кто царица Кефалинии. А разве не ты? Ты мне льстишь. Выглядишь скверно. Думаю, я разгневал их. Богов. Возможно. Они весьма злопамятны. Я поклонялся Гермесу в пещере Драгорати. Там живут боги. В пещере? Они исполняют желания. Нужно просто сделать подношение и попросить что-то взамен. Ах, но Гермес глух к моим мольбам. У меня кончаются деньги и дары. Ведь я не богат. Где же я ошибся? Это ведь Гермес. Тот еще обманщик. О, но в пещере много богов. И всем нужны разные вещи. Сходи, послушай. Я отдам тебе последний дар. Выясни, реальны ли они. Ладно, не бойся. Я схожу. О, спасибо. Не забывай, ты ступаешь по священной земле, так что будь осторожна. Это не точно. Оставил здесь дары. И их пытались унести, укрывшись за статуей. Здесь дует. Трещина в стене. Здесь бдительные стражники. Thank you.
Что-то неладное. Ясно, разбойники. Странно, что люди ничего не поняли. А вот и добыча. Но я нуждаюсь в помощи. Я бедна. Четверо детей, все, что у меня есть. Я продаю корзины, но моя повозка сломалась. Как ее починить? Как торговать без нее? Без тебя? Слушаю, дитя Гермеса. О, славный бог! Молю, помоги! Я услышала тебя. Ты найдешь сокровища у своей двери скоро. Я верила в тебя. Каждый мой рассвет и закат твои. Все, что есть под крышей моего дома в Саме, посвящено тебе. Да, ступай домой и жди вмешательства судьбы. Конечно, конечно. Ну, если ей нужны деньги... Добыча воров подойдет. В пещере нет богов, лишь разбойники, что крадут деньги и надежду. Так и знал, воры! Что ж, Зевс не покарает тебя. Может, даже пожалеет? Надеюсь, воры познают его гнев. Они познали мой. Этого должно хватить. Дом и люди. Так и есть. Повозку изрядно потрепало. Она везла корзины на рынок, но повозка сломалась.
Так-то лучше. Им это нужнее. Сами. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? На что я надеюсь? Сами все тот же. Ανυπόφορον εστιν ωράν. Нет!
Так и знала, что меха нужны тебе, Илос. А я знал, что за дело возьмешься ты. Кассандра не знает отдыха. Как бы Маркус не стал ревновать. Я даю объявление, чтобы шанс был у всех. Но ты, как всегда, проворнее. И зачем тебе шкуры? Для войны Афине нам нужны доспехи. Им хорошая защита, мне деньги. Держи, как договаривались. И быстрее всех. Ты заслужила плату. Береги себя, Илос. Ты тоже, Кассандра. Ah!
ты взялся за это дело, Талос? Доброго дня!